Тематический прием по вопросам подготовки к отопительному сезону проходит впервые. Связано это с тем, что каждый год у жителей возникает множество вопросов. Теперь их можно задать лично заместителю главы района Александру Кузнецову. Слесаря наши, они приходят, спускают воду. Это вот спустили, за полотенцесушителем нельзя тронуть, он горячий. Через полчаса он, простите меня, его нет. Проблему, с которой столкнулись жители, проживающие в горках Ленинских, по северному проезду, не могут решить уже несколько лет. В этом доме, в четвертом подъезде, во всех трехкомнатных квартирах полноценно не работают полотенцесушители. Он может работать месяц-два, потом прекращает работать. По словам женщины, управляющая компания о проблеме знает, но пока решение не найдено. Поэтому от имени всех жильцов Нина Пахомова пришла на прием в администрацию и надеется на помощь. Туда специалисты управляющей компании выходили, и женщина принесла с собой акт, где в выводах комиссии как раз и написано, что нужно устранить незаконные эти теплые полы сделанные, а также поставить повысительный насос. Я уверен, что эта проблема будет решена. На приеме прозвучали и другие вопросы. Также в этом году будет работать специальный колл-центр на базе службы 112, куда жители могут звонить по любым вопросам, связанных с подачей отопления. Мы готовы на данный момент на 95-97%. Осталось несколько домов проверить и готовность системы теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций готовы на 100% практически. С 15 сентября в Ленинском районе уже будут производиться пробные пуски тепла. Полноценная подача отопления зависит уже от погодных условий. Если в этом месяце в течение 5 дней подряд среднесуточная температура составит ниже плюс 8 градусов, то коммунальщики дадут тепло в дома. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ.